давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Итак, всем привет, дорогие друзья. И вот стало известно, что Acer представит геймерские смарт-часы на IFA 2016. Ресурс DigiTimes днем ранее заявил о планах компании Acer на берлинскую выставку IFA 2016, которая пройдет в начале сентября в Берлине. Утверждается, что компания представит новые носимые аксессуары, среди которых фитнес-трекер, очевидно, сиквел браслета Leap Plus, а также некие игровые умные часы. Что конкретно скрывается под термином «игровые часы», не вполне ясно. С одной стороны, это может быть некое устройство-компаньон для уже существующей игры или приставки с четким сценарием использования. Другая версия гласит, что нас ждет самостоятельный девайс с неким набором игр. Последняя версия звучит несколько странно, тем более, что игровой опыт с часами весьма ограничен из-за их технических характеристик. Единственный крупный тайтл, который запустили в последнее время на часах, это Counter-Strike. Правда, выбить пару хедшотов и установить бомбу на точку Б оказалось не так просто. Миниатюрный размер дисплея и отсутствие периферии сильно затрудняет игру в подавляющем большинстве игр. Единственное, что известно, наверняка часы будут относиться к верхнему ценовому сегменту. На IFA 2016 нас ждет немало других носимых девайсов, например, ZenWatch 3 от Asus и Gear 3 от Samsung. Вот такие вот дела, ребятки.